Можно ли под шортс рекламировать свои длинные видео на канал? Если да, то как? Не можно, а нужно. Ну, то есть не моно, а нуно. Потому что с большой вероятностью шортс это и есть тот самый локомотив, который везет ваши видео в светлое будущее. Но тут есть два или три нюанса. Первое. Рекламировать свое видео надо с толком, с чувством, с расстановкой. Почему? Потому что если вы говорите, что смотрите там в видео, то это не совсем так работает. У вас описание под вашим шортсом должно быть кликабельное. То есть описание должно быть, у нас есть видео, где мы собрали 50 шаблонов о том, как составить кликабельный заголовок. Как там призыв сделать там, да, то есть узнай, получи там в таком формате, то есть это должно быть прям кликабельное название, кликабельное описание, чтобы мотивировать человека перейти по вашей ссылке. Просто поставив ссылку под шортс очень тяжело, потому что, понимаете, малая толика людей читает описание, но шортсы это круто, когда комментарии. Почему? Потому что когда люди пишут комментарии, очень много людей в ТикТоке и следственно и в шортсах любят читать комментарии. Короткий ролик, да, посмотрел, думает, что написали другой. Особенно, когда вы какой-то делаете призыв в этот, перейти в комментарии и там что-то написать, либо ответить, либо там, а нам интересно твое мнение, напиши его в комментариях ниже. И вы такие раз пошли, и там уже ссылочку можно ставить в закрепе, потому что YouTube дает еще формат, в шортсах можно сделать свой комментарий в закреп и оттуда отправлять на свои длинные ролики. Поэтому, как я уже говорил, ваш шортс – это такое промо вашего ролика. Когда у вас нет идей, о чем писать шортс, либо идеи такие, скажем так, тухловатые, то пишите то есть делайте анонс. Попытайтесь за минуту сделать рекламу, мини-рекламу, креативную рекламу вашего ролика большого. Потому что именно для этого нужен, то есть шортсы – это знакомство с вами как с автором. Знакомство с вашей подачей, с вашей компетенцией, с вашим умением говорить, вовлекать, держать внимание публики. Поэтому здесь шортс – это такое промо ваших больших роликов, поэтому здесь не только нужно, но и не только можно, но и нужно рекламировать ваши длинные ролики. Бара-бара-бам.